Привет! Сегодня я поделюсь своим опытом использования отпаривателя Supra SBS 201. Это устройство, которое обещает преобразить твой подход к уходу за одеждой. Так что давай разберемся, насколько оно эффективно и удобно в использовании. Знаешь, замена утюга и гладильной доски казалась мне чем-то из области фантастики, пока я не столкнулась с отпаривателем. Эта штука действительно ускоряет процесс глажки, делая его в разы быстрее и приятнее, чем традиционный утюг. Я оценила его мощность и продуктивность. Работать с ним – одно удовольствие. Теперь мои рубашки и платья разглаживаются прямо на вешалке без лишних телодвижений. В наборе тебе встретится все необходимое. Регулируемая телескопическая штанга, которую легко подстроишь под свой рост. Удобные складные плечики для одежды, а также качественный паропровод с защитой из ткани. А если речь идет о чем-то нежном и деликатном, то в дело вступает специальная насадка-щетка. Кстати, его телескопическая трубка настолько гибкая в настройке, что без проблем подстроится под любые нужды. И вот что еще круто, отпариватель стоит на прочной, но легкой конструкции, что делает его использование максимально простым и интуитивным. Не стоит забывать и о мобильности. Длинный шнур 1,8 метра и большие колеса помогут легко перенести устройство туда, где оно нужно. А длинный шланг с ручной насадкой расширяют его возможности. Даже шторы теперь не обязательно снимать для глажки. А вот что мне действительно приглянулось – его складная конструкция. Когда дело доходит до хранения, отпариватель превращается в компактное устройство, не занимающее много места. Не пропусти описание под видео, там я оставила для тебя полезные ссылки и промокод для выгодной покупки. Проверь, возможно, это тот самый случай, когда качество и экономия идут рука об руку. Оказывается, отпариватель может дать фору любому утюгу. Он выполняет свою работу в 2-3 раза быстрее, что доказывает его выдающаяся мощность в 60 граммов пара в минуту. И это не просто цифры, а реально ощутимая экономия времени и усилий. Как насчет мелочей, которые делают жизнь проще? Плечики здесь продуманы до мелочей, оснащены прищепками для удобства крепления одежды, будь то брюки или юбка. Все держится надежно и позволяет гладить без хлопот. И с типами ткани у отпаривателя Supra нет проблем. Он словно мудрый советник по уходу за тканями, знает, как подойти к каждой из них с должным вниманием и заботой. Мощности хватит на целых 60 минут работы без перерыва. А это все благодаря вместительному резервуару на 1,7 литра. Просто представь, сколько вещей можно привести в порядок за это время. И та самая насадка-щетка, которая деликатно защитит твои деликатные ткани от прямого контакта с паром и при этом поможет избавиться от ненужного ворса, шерсти и пыли. А еще мне понравилась забота о чистоте. Отпариватель можно легко опорожнить от воды, чтобы избежать неприятного запаха и бактерий. Вот это я понимаю. Продуманность в каждой детали. Я внимательно изучила отзывы пользователей об отпаривателе Supra и готова поделиться с тобой своими находками. Давай начнем с тех моментов, которые не вызвали восторг. Хлипкая конструкция. Пережимается шланг. Шнур скручивается. Неудобная вешалка на стойке. Сильно пахнет пластиком. А теперь о приятных бонусах, которые подчеркнули пользователи. Компактный. Быстро нагревается. Ничего не подтекает. Пар подает густой. Водой не плюется. Мощный. Много режимов. Видишь, как важно знать не только плюсы, но и минусы, чтобы сделать осознанный выбор. Вот и подходит к концу наш сегодняшний обзор отпаривателя Supra SBS 201. Надеюсь, я смогла помочь тебе понять, насколько он подойдет твоему дому и твоим нуждам. Не забудь подписаться на канал и активировать уведомления, нажав на колокольчик. Так ты не пропустишь мои новые видео. Твои комментарии и лайки – это та поддержка и обратная связь, которая помогает мне делать контент еще лучше. И, конечно, все полезные ссылки и секретный промокод для выбора
выгодной покупки, ищи в описании под этим видео. Будем на связи и до новых встреч на канале «Современные родители». Пока!